Костян, забери меня за железкой на лестнице. Срочно, потом объясню. Давай. Не спишь? От твоей работы до дома 15 минут идти. Сколько уже прошло? Где ты? Слушай, тут вызов срочный. Пришлось на работу вернуться. Макс, что случилось? Ты меня обманываешь? Да перестань. Обычный план перехвата. Два ублюдка с ножом на человека напали. Как раз в нашем районе. Это опасно? Теперь нет. Все, ложись спать, Даша. Максим, что происходит? Даша, да правда, все нормально. Ты где? Костян, ну подтверди, что я на работе. Нет, Даша, он тебя обманывает, он у любовницы. Да нормально все, мы работаем. Все, успокоился? Я не знаю. Точно все хорошо? Конечно. Давай, ложись спать. Спокойной ночи. Будь осторожна. Люблю тебя. Люблю тебя. До завтра. Что случилось, Макс? Два отморозка напали. Царапает слегка. Так, я за аптечки. А ты следаков вызывай. Нет. Сами возьмем. Я говорил тебе, чтобы ты выкинул куда подальше этот нож. А ты меня не послушал. Зачем вы на меня напали? Ну! Чувак этим попросил. Сказал, что ты типа мешаешь Никитосу развиваться. Отговариваешь его ехать в НХЛ на большой контракт. Ты что за такую фигню хотели человеку? Да не убивать. Так, порезать немного. Напугать. Что за чувак? Да мы как-то и не познакомились даже. Выглядел он как? Лысый. На черном мерине. Значит, я не обознался. Ну чё, сколько за нашего Макса дают? Дал полтинник на двоих. Типа аванс. Обещал еще сотку накинуть, когда дело сделаем. 150? Что-то маловат, Макс. С тебя и столько не дадут. Значит так, Валера. Сейчас ты звонишь нашему общему другу и говоришь, что дело сделано. Меня увезли в больницу, а ты едешь к нему в гостиницу за бабками, понял? Да.
давай, звони. Со своего? Нет, с рации, милицейской, сейчас выйду. Ты что, совсем отупил от страха? Да вы же у меня мобилу забрали. Кто-то еще отупил. Торпеть. На, звони, Щучин. Алло, это я, Валера. Мы все сделали. Нет, не-не-не, никто ничего не видел. Да стопудово. Он сейчас в больничке, его скорую везла. Да все чисто. А, хорошо, завтра утром. Гостиница «Волга»? Ну да, знаю. Да, все. Телефон дайте. Все, парни. Сейчас берете второго, везете в участок. А ты? Я займусь ляхом. Не, погоди, Макс. Давай мы сейчас этих отвезем, с тобой поедем. Серьезно, Макс, ну ты ранен. Успокойся, а. Делай, что я сказал. У меня с ним свои счеты. Долг я тебе прощаю. Я на тебе столько заработал, что могу быть щедрым. Кто здесь? Что вам надо? Хочу тебе долг вернуть. Макс, ты? Я порезан немного. По твоей просьбе. Ну ничего, держусь. Хочу тебе все сполна отдать. Это тебе за меня. За Никиту. А это за всех пацанов. Кому ты гнида жизнь испортил. Крайнего нашел, да? Это не я виноват в том, что ты сам сломал себе жизнь. Это тебе не хватило мозгов и характера, чтобы стать звездой. Тебе, Макс, слышишь? Закрой рот. Не я виноват в том, что случилось в Курске. Это твой кошмар. Заткнись. Да! Опчик. Привет. Руки за спину. Пошел. Извини, разбудил? Что с тобой? Да царапина. За арматуру в темноте случайно зацепился. Когда ловил тех двоих с ножом? Да нет, тех отморозков другие ребята взяли.
А это я слепой. В темноте на проволоку наткнулся. На арматуру. Ну да, на арматуру. Ну, старые такие, знаешь, заборы из нее делают. Это, по-твоему, царапина? Ты у врача был? Да все в порядке. Я, конечно, был. Зеленкой помазал. Порядок. Ты мне зубы не заговаривай. Если сам не расскажешь, я позвоню в участок. Ну, правда, ничего ты из-за ерунды переживаешь. Ты лучше скажи, ты как? Как вы? Давай не будем переводить тему. Что у тебя там? Да все у меня нормально. Почти зажило уже. Сейчас еще посплю часиков 8. И буду вообще как огурец. Бать, что случилось? Тебя жду. А ты все не идешь и не идешь. Где ты шляешься, Никита? Бать, ты что, попутал? У меня игра выездная. Поезд утром пришел. Что случилось? Друзей твоих закрепли. Змея с Валерой. Че, они опять помахались? Да если бы это. Эти недоумки какого-то мента порезали. Когда это случилось? Ночью? Да. Их буквально сразу же и взяли. Мне Зойка, Валеркина мамаша, звонила. Говорят, сперва Валерку приняли, а потом и змея. Засада? Подожди, они еще мента убили? Да не дай боже тебе. Что за мент? Да я откуда знаю. Его энергии хватало на все. Гастроли, рекламные кампании, переводы мюзиклов, театр и кино. Многочисленные романы и каждый раз надежда, что наконец-то встретил. Даш, что с Максом случилось? А что с ним? Я знаю, на него ночью напали. Его сильно ранили. Откуда ты знаешь? Это из-за меня вся история. Если бы я ему раньше рассказал, ничего бы не случилось. Где он? Молодец. Сдал меня с потрохами. Прости, Макс, я не знал, что она не в курсе. Ну ладно, разберусь. Как ты себя чувствуешь? До твоего прихода было нормально. Прости. Слушай, по поводу Ляха ты не виноват. Все-таки надо было тебе, наверное, сразу сказать. Ну я вон, видишь, Даша тоже не все говорю. Нормально. Зачем ты лезешь в его жизнь? Тебе что, своих проблем мало? А если бы тебя убили? Тебя же могли убить из-за него. Зато с Ляхом покончено. Теперь он точно сядет. Легче стало? Кажется, да. Поздравляю. Я серьезно. Ощущение, что дышать стало легче. Дышать ему легче стало. Зачем я только замуж за тебя вышла? Ну, это понятно. Потому что я лучший. Разбежался. Потому что ты без меня пропадешь. Согласен. Ты слышал, что зверь-то опять учил? Ты говоришь, что он больше Овечкина его года забивает? Хорош болтать. Работать пора.
Здорово, Макс. Здорово. Поговорить надо. А Никите? Что о нем говорить? Забивает он больше, чем Овечкин в его возрасте. Да, забивает. Ты давно с ним общался? Не помню. Месяца полтора. Он сильно изменился. Давай зайдем куда-нибудь. Я угощаю. Да нет, времени уже много. Так что с ним не так? Да совсем зазвездил пацан. На тренировке опаздывает. Установок не выполняет. С ребятами не считается. В общем, все как было до дисквалификации. Только еще хуже. Я даже попросил генерального поднять ему зарплату. Ну, думал, поможет. Но только эффект вышел совершенно обратно. Вообще в разнос пошел. Пить начал. На тренировку с перегаром пришел. Толян, от меня ты чего хочешь? Макс, тебя он уважает. Слушай, у нас в воскресенье игра, очень важная. Сразу выходим в зону плей-офф. Ну, если выиграем, конечно. Ну, удачи. А у Никиты в субботу день рождения. И я знаю, что он его не переносит, а будет отмечать. Ты представляешь, какой он будет на игре? А если вообще будет? Ничем не могу помочь, Толян. Меня он на день рождения не позвал. А на прошу себя не привык, извини. Давай. Арчи, завязывай! Вырубай свет! Макс! Здорово. Прости, пропал, не звонил, замотался. Да у меня своих дел хватает. Слушай, у меня в субботу днюха, двадцатка, круглая дата. Приходите вместе с Дашей. Даша беременна. Нам сейчас не до шумных вечеринок. Макс, никакого шума. Я с этим завязал. Все будет тихо, культурно. Я клуб снимаю. Вряд ли. Макс. Мне очень важно, чтобы вы пришли с Дашей. Честно. Ну, если шума не будет. Никакого шума, Макс. Все будет красиво, культурно. Как в лучших домах. Разворачивай, едем обратно. Ты уверен? Ну, туда мы точно не пойдем. Ну, перед Никитой как-то неудобно. А что, ему одному должно быть удобно? Или ты хочешь сидеть под этой долбежкой? Нет, не хочу. Ну, просто не надо было соглашаться. Хорошо, я понял. Сиди здесь, я быстро. Где Никита? А? Никита, говорю, где? Ты говорил, будет тихо, культурно. Пришлось соврать. Вы бы иначе не приехали. Ну, считай, что мы и не приехали. С днем рождения. Стой, стой. Здесь сегодня собрались одни мои друзья. И ты один из них. И ты не представляешь, как мне важно, чтобы ты остался. Руку убери. Ты зачем так? Что я тебе сделал? Ничего. Ты ничего не сделал.
Ты на это просто не способен. Ты слабак. И с таким характером закончишь на дискотеках. А ты где закончил? Ты где закончил, а? Может, у тебя нет характера, а? И ты слабак. Может, ты вообще подзаработанным не хотел? Как лях. У тебя не вышло ничего. Вот ты и бесишься, а? Ты ошибся в нем. Я понимаю, тебе обидно, что ты потратил столько сил напрасно. Да не надо было вообще приходить. Ну, ты же не знал, что он такой придурок. Я считаю, ты правильно дал ему в морду. Ему будет полезно. Не уверен. Слушай, Макс, что ты до меня докапываешься? Не надо завидовать. Я же виноват, что у меня все получается. Тебя из твоей НХЛ выдернули. Ну, не злись так. Но все же было нормально, пока не появился этот парень. Ну, может быть, я что-то не понимаю, но это же ты ему нужен. Вот пусть он и парится. Это ты решаешь его проблемы, а он тебе только нервы портит. Может, все-таки вместе? Давай подброшу до поликлиники. Нет, я сама пройдусь. Врач советовал больше гулять. Потом я не готова. Тебя Костя ждет. Тогда обязательно позвони, как обследуешься. Хорошо. Давай. У нас ведь все будет хорошо, да? Ну, конечно. Опять? Что, заняться больше нечем? А что, ты готова? Ты когда? Давно готова. О, Никитос! Смотри, после матча на интервью. Они же выиграли сегодня. Зверев там такую устроил вообще. Троих на себе тащил, потом вратаря разложил и тут перекладил. Скажите, прикинь. Шикарный шайбу в конце игры. Вы кому-то ее посвятили? Возможно, любимой девушке? Нет. Эту шайбу я посвящаю тому, кто в меня не верит. Пускай видит, что я в полном порядке. Домашняя встреча против финского Юкерита, лидер первого звена Столиваров, воспользовался великолепным пасом из ворот от Оскара Осолы и эффектным броском отправил шайбу в сетку ворот. Да нет, он не про тебя. Да не, реально же не про него. Реально. Зачем ты пришел? Хочу извиниться за день рождения. Видимо, не очень хорошо вышло. Видимо. Меня простите, Даша. Считай, что я уже тебя простила. До свидания. А Макс? Где он? А Макса нет, но он бы не стал с тобой разговаривать. Знаешь, мне реально стыдно. Я сделал не очень хорошо и хочу лично извиниться перед Максом. А хочешь, я тебе прямо скажу? Отвяжись уже от Макса. Да почему? Да потому что ты делаешь только хуже. Такие люди, как ты, думают только о себе. Давай, уходи отсюда, и не надо сюда больше приходить. Даш. Даш, мне больно.
Ну что, Турбин сегодня снова проиграл? Между прочим, твой с десяток моментов запорол. Жаль. Игры ноль. С таким результатом мне ничего не светит. Чего ты молчишь? Хорошие новости, Кораблев. Я свои обещания выполнила. Ко дню милиции можешь купить себе очередную звездочку. Спасибо. Я понимаю, конечно, что ты не карьерист, но хоть какую-то радость изобразил бы. Я рад. Вот я действительно рада, что за последние 3 месяца ни одного заявления о том, что ты кого-то покалечил. Можешь ведь, когда хочешь. Ну что, все-таки обработал кого-то, да? Что? Ладно. Нет заявления, значит, нет вопросов. Одним словом, прошу тебя впредь вести себя профессионально. Разрешите, жена, наверное, звонит. Можно? Нужно. Да. Что? В больнице? Какое осложнение? Бери машину, гони с мигалками. У меня, похоже, анемия. Врач сказал, ничего страшного, несколько дней покапают капельницы и отпустят. Опасно для ребенка. Ты меня слушаешь? Что? Ну все, Макс, иди домой. Не понял. Иди и решай свои проблемы, а я буду решать свои. Прости. Мне только хуже становится, когда я вижу, что ты равнодушен ко мне и к ребенку. Даш, успокойся. Я с тобой всегда откровенна. А ты... Ты всегда что-то скрываешь. У тебя есть что-то изнутри, и ты молчишь. Ты мучаешь и себя, и меня. Ты все равно не сможешь мне помочь. Ты даже шанса мне не даешь. Ты не сможешь вернуть меня в прошлое. Чтобы я все исправил. А что было в твоем прошлом? Я одного парня на всю жизнь инвалидом сделал. Там, в Курске. Извини, что так вышло, Леха. Я не хотел, случайно получилось. Случайно? Все остальные тоже думают, что случайно? Ну да, игровое столкновение. Ты можешь всех обмануть. Ты себя не обманешь. Ты всегда будешь помнить, что ты специально меня сломал. Сволочь, ты понял? Ты сделал со мной. Я даже поссать сам не могу. Но я все равно тебя отомщу. Слышишь? Я тебя отомщу.
Он был прав, Даша. Я специально его ломал. Знал, что травма будет очень тяжелая. Меня как будто переклинило. Не мог справиться со злостью. И что с этим парнем? На лед он больше не вышел. Диагноз был такой, что... Может, вообще не встал. И ты его больше никогда не видел? У меня до сих пор перед глазами его лицо. Как он рыдает. Беспомощный. Раздавленный. Там я понял, что хоккей разрушает уже не только мою жизнь. Что если я и дальше буду играть, все закончится очень плохо. А вот почему ты бросил хоккей? Я думала, из-за меня. И из-за тебя. Там, в палате, я многое понял. Я понял, что хоккей может сломать в одну секунду. И только ты сможешь меня спасти. А может, ты единственный человек, которому на меня не наплевать. Послушай, но ведь есть же интернет и есть социальные сети. Неужели ты никогда не хотел узнать, как? Не хотел. Надо это сделать. Нет. Хочешь, я узнаю? Я не хочу, Даш. Хорошо, я не буду. Ты молодец, что все рассказал. Мне как-то легче стало. А то я боялась, что больше никогда не смогу тебя вернуть. Теперь между нами больше нет никаких секретов. Хочешь, буду звонить тебе каждый час. Никит приходил. Что ему было нужно? Твоя помощь. Максим хороший парень. Помоги ему. Я же не каждый день тебя о чем-то прошу. Да мне все равно, Макс. Я не люблю, когда вмешиваются в мою работу. Я же в твою не вмешиваюсь. Если б я к тебе пришел в ментовку и начал показывать, как лучше ловить маньяков и бандитов, а? Если есть идея, то пожалуйста. Толян. Ладно. Я сделаю. Но это против всяких правил. Меня беспокоит, что ты давно не забиваешь. Меня тоже беспокоит. Но я делаю же все правильно. Шайба сама в ворота не летит. В общем, я подумал, нам надо немного перетасовать звенья. В первом вместо тебя выйдет Ракитин, а ты сегодня поиграешь в четвертом. В четвертом?
Сегодня последняя игра регулярки. Нам позарез нужна победа, и ты это прекрасно понимаешь. Если не выйдем в плей-офф, у команды будут большие проблемы. Я не могу рисковать. Понятно, откуда ветер дует. Это не навсегда. Начнешь забивать, сразу поставлю в первое. Покажи, на что ты способен. Звено на лед. Вместо Зверева выходит Пичугин. Какого хрена? Тебе надо успокоиться. Ты нервничаешь, поэтому можешь получить удаление. Долго мне еще успокаиваться? До конца периода. Ты Кораблев нашептал, да? Я тоже считаю, что ты слишком возбужден. Ребята, надо встряхнуться! Мы еще не проиграли, впереди еще два периода. Тем более соперник дает играть, открывает зоны. Так надо этим пользоваться! Здорово. Так, внимание. Знакомьтесь, это Максим Кораблев. Многие его знают, заслуженный мастер. Сегодня он выйдет в четвертом звене. Сыграет правого нападающего. Никита, выйдешь в центре. Что за цирк? Макс, ты ж 5 лет не играл. Зверев! Ты, кажется, забыл, кто здесь тренер? Я сказал, и точка! Или, может, устроим всеобщее голосование? Ну ладно, расслабься ты. Получай удовольствие. Пошли на лед. Кораблев, подлежит. Макс Кораблев. Что он там делает? Под прикрытием работает. Черт. Это была плохая идея, Макс. Спасибо тебе, конечно, что хотел нам помочь, но нам больше нельзя пропускать. Я перехожу на игру в 3 звена. Дай нам еще 1 смену. Да это бесполезно. Нельзя не играть столько лет и надеяться изменить судьбу матча. Только 1 смену, Толян. Я тебя очень прошу. Хорошо. Но только 1.
Четвертое звено, налет! Почему пятак? Как? Нормально. Точно? Нормально, нормально. Спасибо, что помог. Еще неизвестно, кто кому помог. Давай, давай. Вот так. Вот так! Молодцы, ребята, сравняли. Но никому не расслабляться, ясно? Если удержим такой же темп игры, выиграем этот матч и продолжим борьбу за кубок! Красавцы! Отлично разыграли. Почувствовали момент. Теперь у вас все пойдет. У вас. Я не понял. Дальше справитесь без меня. С Никитой в первом звене. Так, всем внимание! У нас перестановки в звеньях. Я сразу не поверил, что это может быть правдой. Максим на льду. Как дела, Максим? 100 лет про тебя ничего не слышал. Ты что, все еще лед полируешь? Все остальные тоже думают, что случайно. Ну, что ты уставился на меня? Как будто привидение увидел. Лех, как ты? Неплохо. Как видишь. Но ты не парься. Я на тебя зла не держу. Я тебе даже благодарен. Научил бить первым и без предупреждения. А в жизни знаешь много разных дорог. И никогда не знаешь, какая из них окажется лучше. Ладно. Рад был тебя повидать, Максим. Счастливо. Давай, давай, дави его! Алло. Привет. Мы выиграли, представляешь? Выиграли. Поздравляю. Поздравляю. А ты как? Тебе хуже не стало? Стало лучше. У тебя сын родился. Жалко, что не
не вижу сейчас твою физиономию. Все, пока перезвоню. Макс! Слушай, спасибо тебе. Мы без тебя не победили. Ну а теперь поехали праздновать победу! Ребята без тебя не хотят ехать. Прости, Толян, не могу. Макс. Извинись за меня перед парнями. Толян, у меня сын родился. Похоже, начинается новая жизнь.